бездомников. И на этом мероприятии я представляю Selfish Community, разработчиков, пользователей, и расскажу вам первую часть моего выступления о том, где брать информацию, если у вас что-то пошло не так, куда обращаться за помощью, а вторая часть уже будет непосредственно про модификацию. Значит, у меня презентация в Google слайдах, там сверху ссылка висит, если что, можно в процессе презентации печатать вопросы, я буду время от времени смотреть и отвечать на них. Вот, вкратце сначала немного о себе. Значит, я разработками начал заниматься, когда вышел Nokia N9 на замечательный Mego, и можно было писать очень красивые, классные приложения на QtQMake. Тогда все было только в самом зародыше, все начиналось, это QT было не тот, еще 4.7, и там все было намного сложнее в плане того, что опыта разработки еще в комьюнити не было. Обращаться за помощью было практически некуда, документация вся была написана под десктоп, соответственно, и как-то очень сильно все решалось. Вот. По части Selfish OS я больше такой хакер-исследователь, что-то приложение возможности системы. И все в этом роде. Где брать информацию? Где спрашивать вопросы, если у вас появляются какие-то проблемы с телефонами Yola либо другими на Selfish OS? Самое первое, куда вам нужно пройти, ввести в адресную строку tagazer.jolo.com. Это основной ресурс, портал, где собирается весь фидбэк от пользователей. В первую очередь, если у вас что-то пошло не так с разработкой, с использованием, неважно, сначала ищите информацию на Tagazer. Если ее там нет, то создаете новый вопрос и описывайте свою проблему подробно. Придут люди, там дадут наводящие вопросы, и вашу проблему либо помогут решить, либо заведут баг, там, либо там Yola баг трекере, либо еще где-то, и там через 1-2 системных обновления, скорее всего, решатся, потому что ребята, которые создавали Yola, они очень все дружелюбные, они очень любят общаться с сообществом, получать от них фидбэк, но как бы все равно надеяться не стоит, что вот проблема, найденная в системе, решится следующим системным обновлением. Обычно изменения, включенные в системное обновление, они планируются заранее. То есть все исправления, которые войдут в следующий релиз, они уже запланированы, и туда ничего не добавляется. Туда могут попасть только очень критичные исправления, касающиеся каких-то безопасности всего прочего. В лучшем случае они попадут через один релиз, но в основном через два релиза исправления необходимо включаются в систему. Далее, для разработчиков очень полезная ссылка. Так, я на презентацию, наверное, тоже ссылку сейчас скину в Telegram, чтобы так, потом посмотреть ссылки. Вот это мейлинг рассылка, конкретно для разработчиков она была создана, но иногда ее используют там всяким вопросом. Но лучше использовать как для разработки. Там можно задавать вопросы в плане там, где найти такое-то API, как там связаться с какой-то определенной частью сенсора приложения, там, что там пошло не так в разработке. Вот. Ну, как бы это e-mail и ответы на вопросы в зависимости там, от часовых поясов могут там варьироваться там, до суток. Но в основном на все интересные вопросы как бы
ближайшее время можно получать ответ. Далее у нас идет такой канал общения ИРЦ. Он живее всех живых пережил многие чаты и все остальное. Вот на Френоде есть два замечательных канала: Selfish OS и Yolanda. Selfish OS он в основном служит для общения, в общем, разработчиков. Все связано именно с операционной системой. Yola Mobile — это больше такое общение, связанное с самой Yola, то есть с фирмой, с производителями, там. В том плане, что не с операционной системой, а вот общее такое обсуждение о компании, там, о девайсах, там, всякая ерунда, в общем, там происходит. Вот. По ИРЦ, то есть в Selfish OS, если у вас какие-то вопросы возникают, можете писать, там очень много людей. И как бы сразу для тех, кто никогда не пользовался ИРЦ, вкратце расскажу, что это такая штука, куда вы просто заходите, там здороваетесь, пишете свое сообщение, и вам не нужно сразу выходить, если вам через 5 минут не ответили. Как бы вам, скорее всего, ответят чуть позже, но так как вы вышли, вам будет сложно потом найти сообщение. Я также кину ссылки на блоги, которые там специальный бот собирает. Ну, в общем, это странно выглядит, когда человек заходит в чат на ИРЦ, сразу спрашивает вопрос, он моментально не отвечает, он выходит, потому что как бы путает ИРЦ с какими-то другими там чатами-болталками, и как-то, в общем, общение не складывается, человек выходит неудовлетворенный, без ответа. И, в общем, мы так хотим помочь, а он у нас не дождался, не послушал. Я постоянно там сижу по 4 часа в сутки, сижу, у меня на выделенном сервере клиент запущен, я просто с любого устройства могу заходить, читать, и на все интересные вопросы отвечаю сразу, на неинтересные отвечаю, если никто больше не ответит. Вот. Потом идет замечательный форум MyMA.org, который тоже очень-очень давно был основан, еще там бородатые интернет-планшеты от Nokia. Планшеты там 710, там все такое. Вот. Здесь есть два отдельных раздела. Один по приложениям, другой конкретно по Selfish OS. Просто обычный классический форум. То есть все знаете, как пользуются форумами. Ну вот раздел Applications — это если вы написали свое приложение, хотите им поделиться и получить какой-то фидбэк от реальных пользователей Selfish, чтобы они поставили ваше приложение, сказали, ну как, что. Ну, вы не хотите, как бы, вот в текущем состоянии ваше приложение там в какой-то из сторон вкладывать. То есть вот просто там RPM-ку закинули, вообще описание программы написали, там пару скриншотов добавили, и, ну, за день вы получите там хотя бы там 10-20 скачиваний и какой-то минимальный фидбэк, там работает ли ваше приложение на каких-то там устройствах у кого-то, там какие проблемы с установкой, зависимости, может, вы забыли добавить, потому что комьюнити разношерстно, у кого-то там он вчера сделал хард-резет, у него ничего не стоит, у кого-то там все стоит и все работает классно, у другого все стоит, но с чем-то конфликтует. В общем, вот если вы только что-то написали, первое приложение ваше, там, скажем, можно спокойно вкладывать на форум, никого не бояться, там, в принципе, плохих людей не водится, и никто вам не скажет плохого, что вы там что-то написали непонятно. Я всегда поддерживаю интерес к системе. Далее я вам расскажу, как происходит процесс публикации приложения, если у вас уже приложение хорошее, и вы готовы его выпустить в абсолютное такое свободное плавание на стандартном магазине Yola. Yola Harbor — это такое full неофициальное название всего того процесса публикации приложения. Это все связано с темой, что там Yola маленькая ложечка, плавает океане, создана там небольшим коллективом, все такое. Вот Harbor — небольшой такой док, куда заплывают кораблики, чтобы публиковать это приложение. Сейчас я открою сам Harbor и покажу, как вообще это дело происходит. Так.
плохо. Лучше ссылку. Ну, ссылка понятна, в общем, там Харман Джулако, презентация есть. Для публикации вашего приложения в магазине Юла вам нужен, соответственно, аккаунт Юла, и с помощью него вы заходите. Ну, если его нет, вы регистрируетесь, если вы заходите, и вас встречает такой дашборд с абсолютно рандомными цифрами. Он уже 2 года на реконструкции, и он никогда не отображал реальных цифр. Ну, вот последние более-менее реальные, но там может все меняться, и особо на это внимание не обращайте. Должна отображаться вообще активность скачиваний. В общем, в целом в магазине это не касается ваших приложений опубликованных. Чтобы опубликовать приложение, здесь вот есть кнопочка «Добавить приложение». Вы ее нажимаете. И вас встречает диалог, который подробно описывает все, что вам нужно заполнить. Ну, в общем, здесь указывается заголовок, description, там все стандартные штуки, все выполняется на английском языке. С этим просто разобраться, тут обычные такие поля, вот, дошли до момента, где надо вам загрузить сам пакет. При этом здесь вы должны четко понимать, что вы загружаете ARM пакет для платформ, соответственно, телефонов на процессоре ARM. И второй пакет обязательно рекомендуется всегда сотрудниками Yola сразу публиковать. Две архитектуры для, соответственно, Yola планшета и других, возможно, устройств, на которые будет портирован CLPShOS на архитектуре x86. И, соответственно, вы здесь выбираете, какие будет у вас платформа поддерживать приложение, там Phone Tablet имеется здесь именно ARM и x86. Ну, что там может быть телефон на x86, но таблет. Просто вот такая вот небольшая загрузка. Дальше идет загрузка, соответственно, графики, которая будет отображаться там в магазине, всякая получается иконка, небольшой такой баннер. Вы сами видели в магазинах приложения, в общем, как это все выглядит, скриншоты. Здесь, в принципе, можно все гайдлайны прочитать, сколько чего можно добавлять, какие форматы, все описано. Дальше информация, как с вами связаться, ваш e-mail. Там. Рекомендуется публиковать свои проекты всегда на каком-нибудь Git-сервисе, GitLab, GitHub, и публиковать здесь ссылку на исходники. Это как бы повышает доверие к вашему продукту среди пользователей, которые скачивают приложение. Ну, также вы можете благовременно загрузить ваше приложение в магазин, но, допустим, сказать, что я хочу, чтобы оно было опубликовано конкретно там, не знаю, 8 марта, какое-нибудь процессное приложение, либо там еще какой-то дате приурочить. Вот. Потом есть такая непонятная фигня европейская, Flutter, для получения пожертвований из приложения, как бы монетизация в нормальном виде пока еще не реализовано в его магазине. И вот таким образом там в магазине приложений, в общем, кто не пользовался, я, наверное, сейчас попробую показать. Значит, вот это Сима с телефона. И, значит, у нас много сделал приложений. И скажем, что мы будем, где можно задонатить за хорошее приложение. Не знаю, что выбрать. На сайте Flutter нужно регистрироваться, получить
подключать там специальную ссылку, которую вы вставляете уже здесь. А вот с учетной записи там будет через какое-то время вам перечисляться. Ну, это, соответственно, это просто пожертвование. То есть по желанию, если там вы скачиваете приложение, вам оно нравится, и вы считаете необходимо подключать разработчика, это все абсолютно добровольно. Вот. Потом происходит процесс проверки, опрова вашего приложения команды UA. Эта команда, там, скажем, каким-то, из команды, в общем, каким-то одним человеком берется ваше приложение, устанавливает это на тестовый телефон какое-то время, ваше приложение пользуется. Там измеряется несколько параметров. Обязательно измеряется энергопотребление во время использования. Обязательно проверяется, как часто ваше приложение выводит телефон из режима сна. То есть ваше приложение запущено в фоне, а вы заблокировали девайс, положили его в карман, и пока выходили, оно скушало всю батарейку. Это все замеряется. Если что-то не понравится, они сразу заряжают ваше приложение, напишут, всегда пишется, в общем, причина подробно, если ваше приложение отклонено из магазина, и вам обязательно предлагают пути решения, там, посмотреть там-то, попрофилировать, в общем, какие-то, возможно, будут классические ошибки, которые допускают разработчики. Вот. Кроме производительности, там проверяется, в общем, обязательно соответствие путей, которые устанавливаются, все файлы внутри пакета вашего приложения, и правильность, даже не правильность, а использование правильных разрешенных модулей, импорта, библиотек и всего прочего. Потому что платформа Sailfish активно сейчас развивается, и, к сожалению, не все хорошие штуки доступны для публикации в магазине. На некоторые просто не существует правильного, корректного способа разделения прав. Некоторые штуки просто нестабильные API предоставляют, и, возможно, ваше приложение просто перестанет работать при следующем обновлении приложения. Поэтому, если такие API используются в вашем приложении, то оно также будет отклонено. И далее, если все успешно будет опубликовано, ваше приложение появится в магазине. Вот. Потом так. Да, здесь вот есть на вашей учетной записи кнопочка индекс, и здесь будет весь фидбэк от команды QA. Вот, допустим, мое приложение сказать, что оно нам не подходит, там для-для-для, вот длинный текст, почему все равно не видно, но в чертах там я использовал кучу всего запрещенного, и там файлы лежали, и что-то там. Там еще был такой момент, что именно этот человек, который использовал приложение, не разобрался, там, как из него выйти, потому что это такая штука, которая на версиях окон выводит заряд батареи, и, в общем, ее просто так не закрыть. И, ну, я там немножко где-то накосячил, в общем, там все такое, сказал, пожелал приятного мне вечера и скорейшего разрешения моих проблем. Есть практически та же история с другим приложением, которое тоже создает окошко поверх всего для снятия скриншотов с экрана. Ну, она как бы уже не актуальна, потому что последняя прошивка Sailfish OS 2.0.2, там можно просто зажатием двух клавиш громкости, и система сама вам сделает скриншоты, эти приложения для скриншотов, там, которые полный магазин, уже не актуальны. Но это такие концепты были классные по использованию просто Airlane Hocken, которых приятно вспоминать иногда. Вот. Что касается хардвера, позже все. Далее идет у нас я думаю, фокус экран сейчас просто момент открывать. Такой замечательный магазин, не магазин. OpenRepos. Это замечательный сайт, сервис, созданный одним замечательным русским человеком, Василием Семеном, который в одного написал весь движок для этого сайта, платит за хостинг, платит за домен. Просто человек любит сообщество мобильных разработчиков,
Мига, Хромотан, там, по-моему, еще для МММ созданы репозитории. В общем, это не классический магазин, это именно место, где ваши учетные записи сразу создается ваш личный репозиторий. И в этом репозитории вы можете загружать какие угодно пакеты, зависимости, там что угодно, колбасить. Все, что каким-то образом не попадает в магазин Harbor, попадает сюда. Потому что здесь много классных штук, которые можно сделать, которые здорово работают. Но сейчас это нельзя прибавить в Harbor по тем или иным причинам. Публикуя свое приложение на OpenRepos, вы сразу же получаете, ну, как я имею в виду, сразу же, намного больше фидбэка от пользователей в плане критики. Потому что вот на YellowStory пользователи радуются каждому новому приложению, лишь бы их было больше. А на OpenRepos вот почему-то так сложилось, что пользователи очень часто критикуют приложение, и, ну как, критика все равно она такая полезная, в плане того, что там кто-то это уже сделал, там, ну, где-то это лучше, там, какие-то идеи, там, ты неправильно использовал, но это сразу вам позволяет оценить аудиторию, насколько вообще адекватность оценки их, и вообще понять, насколько, не знаю, идея вашего приложения соответствует аудитории такого неформального OpenRepos. Ну, как бы, можно просто публиковать и не париться о том, сколько вам тут звездочек поставят, все такое. А для OpenRepos существуют специальные клиенты, написанный тем же самым Василием, нативный, который позволяет, собственно, устанавливать приложение из OpenRepos на ваше устройство. Но, опять же, так как это не классический магазин, для установки вам сначала нужно, ну, поиск, как обычно, работает, но для установки приложения вам нужно сначала активировать репозиторий, потом уже произвести установку. Из репозитория нужно вам пакеты. Я сейчас вкратце покажу, как это будет. Вот, значит, есть History House. И в нем есть огромная куча приложений. И не только приложений, много всего. Допустим, любое приложение. Вы попадаете на экран, вам сразу предлагают включить репозиторий. То есть, пока вы не добавите репозиторию в систему, вы не сможете устанавливать пакеты. Когда вы включаете репозиторию, происходят, соответственно, обычные процедуры для пакетного менеджера, и вы можете теперь устанавливать приложение. Вот с этим все просто. Так. Дальше, после OpenRepos, у нас очень классная штука для разработчиков, которые не первый день разрабатывают, так скажем. Не в том смысле, что опыта, а что, даже не знаю, как объяснить проще. Ну, в общем, это сервис для автоматической сборки ваших пакетов, сборка которых происходит на сервере, соответственно, этот сервис запущен командой MER, классический build сервис, где вы можете подключить ваш git-репозиторий. Здесь вот сразу на главной странице в анонсах есть очень полезная ссылка по настройке веб-хуков, то есть каким образом это выглядит. У вас есть GitHub, например, где вы выкладываете исходные коды вашего проекта. Допустим, что-то у меня есть. В общем, в чем смысл? При
звоните, либо при, ну, лучше это делать при создании тега на ваш исходный код, вы помечаете его определенной версии, и после того, как вы пометили свой проект определенной версии, происходит, собственно, сборка вашего пакета с автоматическим версионированием по этому тегу, по выбранной вами конфигурации. Так, вот, допустим, есть. И на GitHub есть соответствующий проект с исходными кодами. В общем, смысл в том, что вы настраиваете веб-хуки. После чего, соответственно, происходит сборка вашего пакета по заданным конфигурациям, то есть для ARM, для 8.6. При этом также этот сервис после сборки публикует, размещает ваши пакеты тоже в вашем персональном репозитории. Это все хранится вручную. В принципе, можно вот этот вот репозиторий по адресу добавить и также обновлять пакеты, ну, как бы для большинства пользователей это будет сложно вписывать руками, там, ну, либо копировать, вставлять где-то там в терминале адрес на репозитории, поэтому, ну, это чисто больше для такой любительской сборки, чтобы, не знаю, где-нибудь вы, может быть, в поездке, может, с планшета, с ноутбука, чтобы не тратить ресурсы на сборку вашего проекта. У вас там слабый, например, ноутбук, вы можете настроить вот сборку, просто коммитите, делаете тег, и вот эта штука вам собирает пакет. Но здесь стоит сразу сказать, что вам нужно разобраться в структуре спек-файла, как создаются все зависимости, какие там подводные камни, в общем, если какие-то подробности нужны, то можно вот лучше обращаться по любой из ссылок, и вам либо тоже ссылок накидают на правильное решение вашей проблемы, либо там просто помогут. Так. Ну, да, кстати, хорошая особенность ОБС, что через него идет, имеется возможность, в общем, если вы такой заядлый Linuxoid, какие-то новые версии библиотек, либо новые библиотеки там опенсорсные, которые вы хотели бы иметь в стандартных репозиториях YOLA, использовать для разработки, именно предлагать для включения в релиз. Это работает, но оно работает, соответственно, не быстро, и нужно пройти тоже особые проверки, чтобы запрумили, но есть очень много случаев, когда хорошие библиотеки проходили апрофу, и сейчас они просто доступны из стандартного YOLA репозитория на всех девайсах. Потом есть несколько ссылок на вид репозитории команд Sailfish, YOLA и сторонних разработчиков NEMA. В общем, с ними очень интересно ознакомиться. Допустим, в первой репозитории находится много всяких проектов, связанных с NEMA, с MER. Интересно, щелкается здесь. Что интересно. Вместо коллеги на презентации открыть ссылку. Вот. Ну, здесь какая тема, что вы можете посмотреть конкретно исходники определенной библиотеки, которые вы используете, либо это QML-ные импорты, либо это конкретная классическая плюсовая библиотека, просто вот исходники библиотеки, посмотреть, как она устроена, как ей правильно пользоваться, потому что в большинстве случаев там либо тесты пишутся на библиотеке, либо какие-то темплейты, экзамплы включаются. Так, здесь я немножко забыл рассказать про Harbor, про
там валидатор. То есть при сборке пакета Carbon у вас происходит проверка импортов и библиотек, так как список разрешенных, так скажем, импортов и библиотек, он ограничен. И как бы в SDK, который поставлен на сегодняшний день, в принципе, при сборке пакета, когда вы собираете, там у вас происходит валидация вашего кода, ваших импортов и на предмет использования неразрешенных API. Ну, это также можно запускать вручную. Значит, из вот этого репозитория замечательного валидатора. Там, в принципе, есть полное описание. Он находится в репозитории Swordfish SDK. Называется RPM валидатор. И там полностью написано, что можно использовать, как можно использовать, какие импорты разрешены, какие запрещены, почему. В общем, вся с этим связанная информация доступна. Вот в этом нижнем репозитории находится. RPM валидатор. Так, далее. Вот у нас плановый. Самое интересное, для многих непонятное, но для тех, кто уже знаком с Swordfish OS, узнает, что для Swordfish OS существует огромное количество патчей от сообщества, которые изменяют, ну, которые либо просто изменяют внешний вид Swordfish OS, либо добавляют какие-то возможности, функции, делают какие-то вещи полезнее, приятнее, в общем, все в этом духе. Почему вообще люди хотят делать патчи? Потому что у нас нет идеальной операционной системы, в которой все работает отлично, в которой все нас абсолютно на 100% устраивает. Всегда любой пользователь, который пользуется той или иной операционной системой, всегда находит в ней множество проблем, изъянов, которые отчасти решаются установкой стороннего софта, отчасти там какими-то утилитами, которые что-то тоже меняют в системе по-своему. Но Swordfish OS особенная, потому что там просто все приложения системные, все QML-ки лежат в открытом виде, и явным текстом всегда на всех встречах разработчики Swordfish OS говорят, что мы это сделали для вас, пожалуйста, вот все наши QML-ки, делайте с ними что хотите, патчите их, как хотите, изменяйте. В общем, мы ничего ни от кого не прячем, все доступно. У этой штуки есть еще обратная сторона, что вы всегда можете залезть в стандартное приложение и посмотреть, как оно сделано. То есть, как вот разработчики самого Swordfish пишут свои приложения. Ну, здесь я имею в виду конкретно QML-плюсы, пока еще не открыты. Ну, QML это вот 80%, здесь куча вообще всего можно подчеркнуть из стандартных приложений. Я вам сейчас немножечко покажу. Так. Структуре и как это все выглядит. Так, ну попробуем сделать это таким образом, но надеюсь, большинство из вас знакомы с командной строкой в Linux. В общем, есть стандартная папка User Share. В ней находятся практически большинство всех приложений, устанавливаемых 99%, свои ресурсы основные вложат сюда. Андрей, сделайте прикрытие. Еще. Хорошо. Сейчас немножко найду.
Смотрим. Желудок. Это префикс стандартных приложений. Здесь вы можете увидеть будильник, калькулятор, календарь, камера, часы. А, это не будильник, это именно UI, который показывается, когда будильник проигрывается. То есть всплывающая фигня, которая крайне отключена, будет вам играть и желать, чтобы вы проснулись. Часы, e-mail, галерея, сообщения. В любую папку можно зайти и посмотреть, как она устроена. Допустим, мы заходим в Joomla камеру. Здесь у нас есть... Здесь у нас все, пошли, какой мы... Здесь просто вот все QML, обычные QML файлы, лежат в открытом доступе. Мы берем, открываем, смотрим. Все, у нас пошел application window, camera page, video out, вот все как обычно. И вы можете посмотреть, вот как разработчики Sailfish все свои приложения делают. Можете равняться на их код, смотреть, сравнивать, к себе переносить. Ну, стоит сразу понять, что в основном здесь используются встроенные импорты QML библиотек, которые не разрешены для использования в официальном магазине по той или иной причине. Ну, спокойно можете их использовать сами в своих приложениях. Для своего удовольствия не парит, выкладывает на OpenRepos. Читать можно все, писать с рутом. Вот. Ну, я буду дальше расскажу про модификацию. Соответственно, сейчас вот ради, там, не знаю, академического интереса можете всегда заходить, смотреть, как устроены стандартные приложения. Также есть папочка USR, LIP, здесь находятся стандартные импорты, доступные по, соответственно, директиве импорт. Что-то, какая-то версия. Вот, допустим, Sailfish. Sailfish. Здесь есть сили. Ну, зайдем просто сначала в Sailfish. Sailfish аккаунты, ambience, настроение, Bluetooth, калькулятор. Вот это стандартные API, которые поставляются Sailfish, которые вы можете использовать. Включение этих API в ваш проект, скорее всего, пройдет хорошо, но во время разработки приложения вы не сможете использовать автодополнение классов, пропертей стандартных, и либо вы будете подсматривать, соответственно, исходные коды QML, либо такой замечательный файл есть. Тип, который вам расскажет о том, какие типы доступны из бинарной библиотеки. Допустим, интересно, здесь сразу перейдем, допустим, к теме. Компонент тема, в которой содержатся вот такие вот замечательные разные property, касающиеся шрифтов, размеров, иконок, отступов, размеров, еще цветов отступов, pixel ratio. И как бы здесь можно понять вообще, как из чего строить UI, верстать ваше приложение. Вот. Чтобы использовать эти импорты, и они подсвечивались у вас в креаторе, у меня есть на моем репозитории ссылка в Телеграме. Какая? Да, конечно, ничего не видно. В общем, там находятся пересобранные плагин-комальтипы для всех доступных библиотек для установки.
Ну, ладно, попробую все-таки показать. Каким образом? В общем, возможно, я это отдельно вам расскажу, если вы там подойдете, заинтересуетесь, спросите, либо как-то это опишу буквами какого-нибудь сообщения. Смысл в том, что так как сборочная система Sailfish находится в VirtualBox, вам нужно это запихнуть в виртуальную машину, синхронизировать данные виртуальной машины с, соответственно, калькулятором, и тогда у вас появится подсветка синтаксиса для сторонних классов. Но это не так сложно, как звучит, на самом деле делается достаточно быстро. Ну, это опять же не для всех, для тех, кто хочет побольше узнать о возможностях Sailfish, стандартных компонентов и все с ними. Далее я вам хочу показать несколько реальных патчей, что они делают на примере нескольких. Допустим, вот пользователи YOLOFUNO знают, что нету такой штуки стандартно в Sailfish OS, потому что она покрыта там какими-то лицензиями, например, это же гугловская, по-моему, лицензия на вот этот графический ключ. И никто из разработчиков операционной системы, соответственно, не может ничего подобного делать. Но вы, как пользователь своего телефона, на своем собственном телефоне, для своего собственного удовольствия, можете делать все, что вам хочется, и никто вам никогда ничего плохого не скажет. Вот, допустим, этот патч MyZlog добавляет вместо стандартного ввода пина возможность использовать графический ключ. Я вам тоже могу показать. Я блокирую, разблокирую. Смахиваю. Так, наверное, я... Ну, вот видно, сейчас я вам покажу. Смену тему вытел. Здесь мы видим стандартный графический, ну как не совсем стандартный тоже графический ключ, который с помощью патча встраивается в систему. Сама эта штука работает таким образом, что здесь у вас цифры от 1 до 9, 0 не используется. При добавлении блокировки, при ее установке, соответственно, вам будет на экране напечатана соответствующая комбинация цифр. На тот случай, если вы девайс запорите, зайдете в рекавери, а там оно вас попросит код блокировки цифрами ввести, чтобы там восстановить ваше устройство. Вот как бы вы это все записываете. Если вот что-то пошло не так, вы не можете, там либо у вас старый пароль 0 содержал, то вы можете просто удержанием клавиш там. Ну, не удержанием клавиш, а просто в любом месте нажать поддержать, у вас открывается стандартный цифровой ввод, и вы можете также разблокировать свое устройство. Ну, в общем, суть не в этом патче. Суть в том, что классные штуки можно делать с помощью патча. Еще один адовый патч — это, в общем, модификация стандартного лаунчера. К сожалению, вот недавно обновился на новую версию Sailfish OS, и совместимость немножко пострадала, не могу применить этот патч на устройстве. Ну, вы поняли, что тут дофига иконок можно сделать, можно поставить классный вид для папки, не эту какую-то штуку с цифрой и подписью, а вот реально такую штуку, где видно, какие у вас иконки лежат в папке, там, в разных стилях. И еще много всего, связанного с фоном, прозрачностью, подписями, и там вообще все что угодно можно делать. Следующая штука полезная, на которую я хотел обратить внимание, это модифицированный экран блокировки. Что я говорю, блокировки? Включение телефона, либо эта штука также встраивается в шторку, в том случае, если у вас настройка Sailfish OS выключена, закрытие приложения свайпом сверху, тогда у вас откроется список настроений телефона, и туда встраиваются быстрые настройки. Это тоже очень полезная такая штука, меню, в котором, ну, вы
всех телефонах есть, все свыше тоже можно сделать патчем. И оно здорово, удобно работает. Вот. Далее я расскажу вообще про структуру патча. Что из себя представляет патч? Так как UML это обычный текстовый документ, совершенно обычный текстовый документ, который вы печатаете, и он, соответственно, никак не упаковывается, не защищен, соответственно, полностью открыт для модификаций. В общем, это патч для того, чтобы убрать blur эффект, размытие с фотографии входящего либо исходящего вызова. Я посчитал, что будет здорово его убрать. Допустим, у меня стоит фотография знакомых людей, они мне звонят, и я не хочу видеть их там лица размытыми, я хочу четкую фотографию. Вот, допустим, это QML файл, взятый из системы, соответственно. Так он выглядит. Обычный текстовый документ. И есть патч, который это QML файл, соответственно. Этот QML файл модифицирует. А процесс патчинга происходит с использованием стандартных двух утилит в среде Linux, это diff и patch. Diff. Вот, diff создает вот такой вот файл. Разница между двумя текстовыми файлами. Вот по такому-то пути лежит нас интересующий файл. И вот при применении патча, вот такая строчка красная, она на самом деле заменится на вот эту зеленую строчку. Вот в этом месте. Вот здесь написано место, но это автоматически генерится утилитами diff. Либо, если вы знакомы с Git-ом, как вы проекте свои публикуете на Git-е, можно также инициализировать стандартное Git-дерево, закоммитить в нулевой оригинальный файл и просто с помощью Git-диффа получать уже вот такого вида готовый diff для публикации. Вот. Как, допустим, этот патч работает? У системы Selfish OS есть вот такая вот штука, которую вы, кстати, можете использовать в своих приложениях, которая передается путь до картинки, но оно ее блюрит своими системными способами. Мы этот блюр просто убираем и, соответственно, картинки передаем обычный путь для обычной картинки. Ну, это повлекло за собой некоторые необходимые изменения в лайауте расположения самой картинки, потому что вот используемый Image Provider каким-то образом менял геометрию изображения, оно там растягивалось непропорционально. И в некоторых других местах тоже присутствует установка картинки. Допустим, если во время звонка синхронизировалось, ваша аватарка в телефонной книге, она здесь подменится, тоже, допустим, три места вот меняется. На примере другого патча, если что-то я здесь найду интересного. Крупные большие патчи, в принципе, я думаю, что смысла особого нет сейчас в рамках доклада рассматривать, потому что они достаточно объемные и там порог вхождения будет не такой простой. Просто вопрос в чем? Что-то подробнее рассказать про патчи, либо идем дальше. Если про патчи есть какие-то вопросы, то задавайте сейчас или молчите. Или перерыв. Давай. Вообще, если
какие-то конфликтующие строки встречаются в патче, то последний применяемый патч не применится. То есть есть... Да, то есть он целиком не применится. В общем, сейчас я немножко расскажу, в общем, вот эти вот штуки патчи, они... В Selfish OS есть специальное приложение, движок написанное, можете на PinRepos найти, называется Patch Manager. Оно, в общем, следит за консистентным состоянием UML файлов. То есть как бы в патче может изменяться несколько строк, вот если что-то одно зафейлится, целиком этот патч уже не наложится. Вот. Ну, авторы как бы между собой общаются, в любом случае, там, если какой-то конфликт происходит, они либо создают один общий патч, который уже включает объединенные изменения из нескольких патчей совместно. То есть вам уже не нужно там... Ну, раньше вот как начиналось? Один написал патч, другой написал патч, третий написал патч. Два работают, третий нет. Потом пришел четвертый человек, взял эти все три патча в один, объединил, все, круто, здорово. Вот. Нормально? Да, с обновлением систем. И да, если вы забудете откатить патч, то, скорее всего, два варианта. Система не запустится. Ну смотри, патч может поменять два файла разных пакетов. При обновлении системы один пакет обновит версию, второй ставит версию. Половина патча отвалится. И если что-то написано в патче, ну, не совсем корректно, то два варианта. Либо система не запустится, либо какое-то приложение не запустится. Вот, поэтому, ну, здесь стоит как бы изучить вопрос полностью, то есть какие моменты, какие подводные камни, но при обновлении системы просто откатываете все патчи, обновляетесь, потом накатываете патчи. Да, через окно же просто вот так вот. Ну, соответственно, из Warehouse устанавливаются пакеты, они отображаются в патч-менеджере, там просто кнопочкой. Блин, Сиба я показал вам, но на слово, надеюсь, поверите. Просто галочка, ну не галочка, а вот этим вот красивым свечением селфишевским таким отображаются активные и неактивные патчи. Вот. Перед обновлением системы они откатываются вами вручную. Потом вы их накатываете, которые не применяются, вы идете в OpenRepos и пишете, что обновился на эту версию, не работает. Пожалуйста, обновите, посмотрите. И вот, находится свободное время. Цена, наверное, тоже свои патчи там пообновляет. Вот. А патч-менеджер, соответственно, у него есть демон с root-привилегиями. Вам самому вручную ничего не надо делать. Там все в системе как надо залазит, куда надо. Все делает автоматически. И никто вас там пароли от вашего суперпользователя не спросит. Ну, соответственно, это все такое на любителя. Вот. Еще по патчам есть вопросы? Ну, понятно, что эта штука касается активных пользователей Selfish OS, когда уже кто-то конкретно сталкивается с какими-то проблемами и хочет чего-то нового. А? PinRepos. Вот. Ну, давай еще раз. PinRepos и... нет, здесь вот правда еще не видно. Ну, здесь слева, в общем, есть категории, есть категория патч, и туда они, в общем, публикуются туда. И, соответственно, на этом OpenRepos есть приложение Patch Manager. Тщательно ищется, лучше использовать эту вторую штуку, потому что она встраивается в системные настройки. У вас не будет лишней иконки на рабочем столе, она встраивается красиво в системные настройки. Просто скачиваете, устанавливаете, а потом устанавливаете интересующие вас патчи. Таким образом. Вот. Если по патчам нет вопросов, я бы вас еще тогда спросил, насколько вас интересует все-таки проведение мастер-класса
Сколько из вас все-таки пользователей Sailfish? Тогда такой план. Смотрите. Я сейчас расскажу дальше про API, документированный. Если вы за это время что-нибудь придумаете, какой-нибудь простой патч, там где-нибудь что-нибудь просто поменять в системе, передвинуть, там, чтобы сразу можно было его применить, и было на экране видно эффект этого, то мы сразу это сделаем. Если нет, то просто я на примере там, какого-нибудь патча разберу создание дифов и все в этом роде. В конце там, посмотрим, сколько времени будет оставаться. Вот. А сейчас такая штука, как недокументированные API. Они есть, о них многие знают, но мало кому говорят. Ссылку на свои QML-типы я вам давал. Там находится хороший сборник типов, повторяюсь опять же, которые вам помогут в разработке. Значит, такой момент, как искать вообще API, которые вам нужны и которых не рассказывают вам разработчики. Можно прокомментировать, почему там рассказывать. Ну, опять же, самое первое, это нестабильность API. Sailfish OS развивается, и прямым текстом разработчики говорят, что вы, ну, мы как бы API в принципе не скрываем, не прячем, но никому о них не рассказываем, с другой стороны. Потому что мы сами как бы еще не определились, как использовать данные API. Это, например, касается добавления вашего приложения в настройки. Знаете, там в Sailfish есть настройки, приложения, и там вот иконки находятся, на которые нужно нажать. И, в общем, добавить ваше приложение в список. Я бы, блин, поставил, конечно, fancy server. Ну, привык, естественно, выходили в Новосибирске. Ну, я на самом деле не стал с его вести там полукилограммовую подставку, охлаждающую с собой в рюкзаке еще. Решил, что, ну, наверное, он продержится. Он сказал мне. В общем, говорят, что включено в полную мощность. Вот. Это, по-моему, здорово, замечательно. Сейчас все будет здорово. Thank you.
раздел приложения. В нем находятся стандартные настройки стандартных приложений, либо Android приложений. Ну, Android приложений там стандартный Android. Миссии на запуск, на разрешение автозапуска. А вот в Edge приложении есть возможность добавлять свою QML-страницу с настройками, но эту штуку пока не разрешает использовать разработчики Yola, потому что Yola Settings приложение, которое вам предоставляет вот доступ в настройки, оно запускается привилегированным пользователям, и в принципе, если вы там что-нибудь нехорошее наколбасите, вы можете какие-то там системные, ну, не в смысле случайно, а в смысле специально менять, то есть простыми способами как бы вот, получить привилегии, доступные селфиш-сеттингс нельзя, а вот добавить свой аплет в настройки, допустим, вы можете что-то такое сделать, но вот пока разработчики селфиш у вас не разобрались вообще со структурой, решений, как вообще это должно происходить, ну, в общем, кто-нибудь должен, наверное, им помочь это сделать, не дают вот такой вот возможности. В принципе, нет возможности добавить свой какой-нибудь элемент в настройки. Кстати, вот, вот, Patch Manager, вот так вот выглядит, запускается. И здесь вот, пожалуйста, один патч, другой патч. Просто на него нажимаете. Он отменился. Там уведомление вылезло, что он отменился. Ага. Что поменялось, увидеть нельзя. Это нужно смотреть в момент скачивания. То есть, каким скачиваете, распаковываете и смотрите, что же он поменял. Ну, здесь на самом деле идет с одной стороны, большой элемент доверия разработчикам, с другой стороны, от кого попало, как патчи нельзя качать и ставить. Так и есть разработчики с... Да, которым есть доверие, а есть какие-то непонятные разработчики. У нас есть один парень из Израиля, который очень любит делать патчи, он их не умеет делать. И, в общем, там каждый месяц что-нибудь он выпускает, которое валит все телефоны. Ну, мы, в общем, о нем знаем, мы особо никому не рекомендуем его приложениями и патчами пользоваться. В крайнем случае, если там мы все зайдем, посмотрим, что да, там ничего опасного нет. Ну, банально там RMRF, параметр, который передается туда. А если он там не определен, то вам там корень весь сносит. И, ну, извините, ребята, я начинающий разработчик. Вот. Поэтому сразу обращайте внимание на гневные отзывы и, да, будьте осознанными. Вот. Также в патче есть такая особенность, что, допустим, если это патч с этого хоумскрина рабочего экрана, если вы его применяете, вы ничего не увидите, никакого эффекта до того момента, пока вы не перезапустите графическую хоумскрин под систему. У патча есть категории, он автоматически смотрит, да, категорию, и в cooldown меню здесь вам предлагает перезапустить сервисы. То есть, если это home screen, сейчас он перезапустит рабочий экран, наверное, сейчас в NC отходится, ну, я снова его подключу. Вот. У меня на телефоне сейчас перезапустился рабочий стол полностью, и когда он запустится, ну я вам уже показывал, что, в общем, этот патч MyZlog работает. Сейчас надо запустить NC-шку. Моменты вот как настройки системы.
систему, настройки приложения, вам обычными способами нельзя ничего добавлять. Но, опять же, если вы зайдете в ту самую папку на UserShare, Yola Settings, то там прям лежат примеры, хорошо читаемые, создание элементов настроек, элементов системных настроек, элементов настроек положений. То же самое касается добавления учетных записей, добавления, что-то еще есть, чего нельзя сделать. Ну, соответственно, любых элементов интерфейса, это все делается патчем. Вот, в целом, как бы вот про модификацию всего Fish OS. В общем, эта штука очень интересная, и с одной стороны, она как бы на любителя. С другой стороны, это за собой как бы большой такой айсберг необъятных возможностей изучения API Sailfish на реальных примерах от разработчиков Yola и все. То есть, хотите написать камеру, да, не знаете, как у вас там что-то переворачивается, непонятно что. Заходите в Yola камеру, смотрите, как классно все сделано. Все. Все примеры работы с видеоискателями. Делаете там медиаплеер, заходите там в Yola медиа. Смотрите, как там здорово там работа с плейлистом, все дела устроены. Просто на реальных живых примерах положений, которые сами еловцы делают. Все здорово, можно посмотреть.